Всем привет! Начинаем наш влог аж с обеда, потому что сегодня быстренько-быстренько вязали. Начинается дождь, до обеда его не было, и мы прям постарались побольше и щавля, и петрушки навязать, перебрать, чтобы, когда пойдет дождь, поменьше всего этого делать. Проснулись уже с вот такими вот тучами, то есть уже с утра было вот так вот пасмурно, темно, дул вот такой вот ветерок. Утром даже я Антоху отвозила на автобус, потому что вот капал небольшой дождик, и сейчас он продолжает капать. Виноградик тут уже пахнет. Вот этот уже прям супер сладкий, и осы его объедают. У нас виноград только для еды. Мы больше ничего с ним не делаем, ни вино. Как-то мы еще не дошли до вина. Хотя это тоже здорово, когда домашнее вино. Здесь мои цветы. Нужно их тоже на выходных пересмотреть, пересадить. Герань скоро будет цвести красная. Это вот орхидея. Вот это вот нужно пообрезать, то, что сухое, и я хочу ее разрезать. Здесь, посмотрите, уже один, два, и вот даже три, как бы, три розеточки таких вот. Я хочу как-то попробовать. Блин, так жалко, если испорчу. Вот, что тут еще? Вот этот вот фикус Бенджамина. Такой прям позеленел, позеленел. Листочки такие блестящие. Ему на улице явно хорошо. Вот этим вот цветочком тоже хорошо на улице. И фикусы прям ожили. Красавчики. У меня сейчас опять там заготовка супа варится. Я быстренько пойду закину туда галушечки, маленькие такие клёцки. В общем, будет сегодня суп с клёцками. А я вот так вот с чёлкой теперь. Не знаю, почему-то мне захотелось чёлку. Вот. Не знаю, мы уже какой день, да, смотрим про животных. Как раз вот в обед про на Nat Geo Wild. Сейчас это про кого? Про шакалов. Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. А-а-а. Гиены, да? То мы сейчас смотрели про винторогих баранов, да? Супчик уже готов. Приедем, будем обедать. И Гриша уже пообедал гречку. Да, но я тогда с тобой приеду. Ты тогда возле школы жди, хорошо? Ну, в 17:20, я так понимаю, закончится. Сегодня утро есть? А я не знаю. Сегодня физра еще. Ну, ты мне ничего не сказал. Так, дети приехали в школу. Гриша сегодня пораньше, потому что Григорий хочет попробовать походить. Куда, сынок? На танцы? На шахматы, да? Давай, вылазь, Гриша. Давай, 10 минут до шахмат. Мам, я такой, еще раз на танцы. На танцы. Давай, ты будешь выпрыгивать? Давай. Я блокнот сейчас. Мама, Гриша не ударил. Антуша. Ты прям в театральный тебе надо, Антоха. Нет, я хочу на шахматы. Да? Тоже. Пока. Я хочу тоже на шахматы. Сегодня пятница, Антоха ходит вот по пятерочке. Ты что хочешь? Еще не знаю. Ты еще не выбрал? Нет. Вот это? Нет. Это нельзя. Только если... Так, Антон Сергеевич сегодня себе что выбрал? Пятница, да? Это нутелла, вот такие вот палочки. И нутелла сама. Сколько они стоят? 75 рублей, да? Да. Чупа-чупс. Вот такую вот воду, чтобы бутылка осталась. Да, это обычная вода? Да. И еще что? Жвачку с переводкой, да? Аккуратно ее надо снимать. Целый пакет покупок из пятерочки. Вот это только не из пятерочки, сливки. В общем, сейчас будем все показывать. Да? Гриша хотел какао. Да, сливки. Это не из пятерочки. 186 рублей стоят сливки. Кетчуп Кальве купили. Жардин вот такой вот кофе, потому что что-то с кофе у нас вообще засада. Печенье с черникой юбилейное. И еще с шоколадом. Мои любимые.
Два с черникой, два с шоколадом. Это Антохины любимые. Гришка у нас просил сегодня какао. Вот, маленькая. Стоит 89 рублей. Вот, 250 грамм. А большая, не помню сколько. И геркулесик. Это любовь Антона. Ой, Антона Афони, каша. Поэтому купили прям такую геркулес обычную, которую варить аж 15 минут нужно. А я тут фотографирую пряники. Ко дню воспитателя, ко дню учителя сделала по два штучки. Уже, если честно, дождик у нас начал капать. Пасмурно, поэтому я свернула свою лавочку с фотографированием. Что там у нас на улице? Ну да. Так, Антоха сейчас побудет пока сам дома. Пока сейчас Сержуня не приедет. Так, дождь идет еще. Да. Футбола не будет, да? Вот слышно, что дождик капает. Да, футбол отменяется, хотя Антоха так хотел на футбол сегодня целый день. Заканчивается, у него начинается. Да. Он всегда может успеть на футбол ко мне. Выехала на собрание до Гришки. Сегодня у Григория собрание. На Антохе находился Жуня. Теперь моя очередь. Дождь идет. Сейчас за нашей учительницей заеду. Повезу ее, потому что с таким дождем на велосипеде, конечно, ей трудно. К нам Зоечка приехала, да? Зоюнь, как у тебя дела? Нормально. Как садик? Нормально. А танцы как? Понравились? Новые? Там уже почти мы на ступеночках еще танцуем. Да? Угу. Все девочки или есть еще мальчики? Только девочки. А ты в каком ходишь купальнике? В розовом купальнике. В розовом? Сказали, надо черный попасть, да? Сказали черный? Надо только на лямку. Черный магазин. На узких, чтобы можно потом регулировать.